Аля. Все, подключил? Все, красавчик. Приедем, расставимся. Ага. Да я потом его заберу. Ну все, ладно, Дим, спасибо. Давай, до связи. По работе. Даже в лесу приходится работать. Так, чё? Позавтракал. Особо не снимал, потому что быстренько-быстренько хочется уже на маршрут стать. Поел, в принципе, как обычно, мюсли и кружку какао утром. Сейчас накипячу воды, чтобы заварить чаек такой слабенький, не сильно крепкий, чтобы пить дороги вместо воды. Ну и все, пока сейчас закипает, буду собираться. Все собирать, да, в путь. Всю ночь шел дождь, ну как-то в палатке даже прикольнее спать было под него. Главное, что сейчас, пока буду собираться, дождя не будет. Главное запаковаться, а там уже можно и дождь. Не хочется собираться во время дождя. Ну, в принципе, все. Дрова, которые заготавливал, остались, потому что не жег. Костер, как всегда, разжег, далек спать, он потух, все. В принципе... В принципе, все. Ну все, почти собрался. Выдвигаюсь, правда, поздно, уже часов 12. Проснулся полдесятого где-то. Чего так не спеша все делал. Но сейчас у нас белые. Лиса пробежала. Четко прям увидел, недалеко пробежала и хвост, и все это такая. Бочком-бочком убежала. От меня услышал, как раз говорить начал. Так, на чем я остановился? Ну, в общем, сейчас путь. Мне сейчас тут немножко нужно проплыть. Потом будет пешая часть небольшая. Мне нужно будет выйти на Обь. По Оби несколько километров. Потом на тот берег ухожу. И там захожу в протоку, где я еще там никогда не был. Там обследую. Время уже поздновато, как я сказал, 12 часов. Но ночи у нас белые уже начались, поэтому в любом случае до темна дойду. Вчера я в 11 доложился, еще в принципе светло было, только в палатке включил фонарик, потому что так нормально. У нас сейчас темнеет там, на пару часов буквально. Ну и все, там дальше видно будет. Блин, жалко, не успел заснять. Как раз говорить начал. Ладно, в путь.
Это будет нелегко. Свобода. Надеюсь, нигде там не продрал. Скоро узнаем, когда вода начнет бежать. Ну все, пошли на ту сторону, Аби. Запаковался. Потому что дождь начинает местами моросить. Посреди Аби залазить в юбку, маскироваться неохота. Поэтому, да и ветер сильным не помешает. Поэтому все, на ту сторону, мне главное протоку не пропустить, потому что если я вход пропущу, меня пронесет мимо. Это будет печально. Против течения на Аби гребсти, как я уже знаю, тяжко, долго. Сейчас, конечно, не такая вода, как тогда была, но все равно. Фух. Ну все, сейчас так вот идем, уходим на ту сторону. Прячемся. Вот это я попал, блин. Я не перебрался на тот берег. Я вышел из-за поворота. И получается, вот в трубу ветер попадаю. И как-то вот так до середины практически еще дошел, и все, чувствую, просто лодка, прям волна поднимается. Держать нужно по носу, боком не повернешься, потому что сразу нахрен перевернет. И чувствую, что так ее задираешь, что еще порыв ветра точно перевернет. А направо смотрю, куда мне надо поворачивать, по идее. Там еще больше волн, там вообще такие белые буруны, блин. Там, видать, как-то из-за поворота выходит, то есть туда вообще ветер еще больше упирается. Я как бы еще немножечко за поворотиком был. Камера, как всегда, экшен села. Куда я застрял? Экшн-камера, как всегда, у него у меня села. Я там что-то включал, не знаю, там моментами, может, секундами записал. Я вот сейчас вот стою, в кушеря какие-то заплыл, потому что увидел просвет, блин, быстрее с волн ушел оттуда. Вот это ветрище. Да, с толку там-то переправился бы я. Все равно бы там волна такая была. Единственное, что вдоль берега бы шел менее безопасно. Вернее, там бы вдоль берега шел более безопасно. Он куда меня уносит волной, блин? Офигеть. Сейчас вон туда, если проберусь. Блин, не знаю, вставать где-то пережидать так под такое нереально. Меня перевернет, купаться не хочу что-то. Блин. Третий раз я уже пытаюсь в это место добраться. Третий раз мне погода мешает. Нет, зимой у меня нога разболелась, и не пошел дальше, остановился там. Хотя был маршрут примерно такой же, только на лыжах. Потом
Я в том году, когда ходил, холодно стало, снег выпал. У меня вещей с собой теплых не было, я ушел обратно. Тоже по этому маршруту хотел. Сейчас ветер и дождь, вышел дождь, ливень, ветер, ох, ништяк. Ну, адреналинчик зато хоть хапнул. Фу, я уже реально подумал, что сейчас перевернет. Уже смотрел, к какому берегу ближе плыть. И правильнее, блин. Ну, конечно, к этому надо было бы плыть. Ну, не знаю, что, первая попытка не удалась. Сейчас либо буду пережидать, будет ли вторая попытка. Да меня пока и несло, пока я сюда греб. Блин, я, может, уже и поворот этот, вход этот пропустил. Сейчас буду смотреть, где я вообще нахожусь. Блин. Да, печалька. Ладно, сейчас попью, отдохну. Переварю. Придумаю, что делать буду. Идет очередная туча. Сейчас опять закапает, надо запаковываться. Не знаю, что делать, если честно. Туда я не попаду сегодня точно. Где-то здесь пережидать. Здесь у нас километры тольника идут, даже встать негде. Есть одна протока по этому берегу, куда я могу уйти, в принципе, и сойти с маршрута. Ну, так себя отговариваю от этого. О, как ее быстро несет, а! Не знаю вообще, что делать. По этому берегу, если дальше там идти, там есть место дальше. Вот. Ну, опять же, это выходить на опи. И против волны их херачить. Не знаю, не знаю, что делать. Если бы ветра не было, ну, если бы сейчас ветер, допустим, успокоился, я бы на остров бы смог еще попасть. По течению, в принципе, туда как раз бы я успел бы еще. Но вот в том-то дело, что сейчас, где-то если пережидать мне сидеть, тогда мне нужно дальше плыть. Если бы дальше уплыву, то я уже на остров не попаду. Смысл мне там пережидать? Здесь пережидать негде. Сколько пережидать? Ого, порыв идет. Так, запакуюсь, слышу прям ветер конкретный. Так, ну в любом случае отсюда надо выбираться. Я тут уже полчаса сижу, наверное. Вроде капать стало поменьше. Туда мне проход закрыт. Ну давай дойдем до той протоки. Может там где-то можно будет хотя бы встать. Сейчас за поворот зайду, вообще опять же побудет. Что-то не понял, затишье что ли? Там уйдет еще вот одна тучка. Но я, наверное, успею проскочить. Мне, по идее, вон туда. Против течения. Вышкребу, не вышкребу, успею, не успею. Блин, волна вроде поменьше стала. Знаете что, наверное, я рискну, блин. Будет опять херовая волна, уйду опять в сторону. Попробую я. Ветер, может, мне поможет против течения. Та тучка вон пошла, которая мне губу принесла. Пока вроде нормально. Да, ветер резко стих после той грозовой тучи. Должен успеть, там еще сзади одна идет. Должен успеть. Правда, против течения я немножко иду. Как немножко? Против течения иду. Ну хотя бы на тот берег для начала добраться, там видно будет. О, волна иногда подкидывает хорошо. Хоть ветер теперь помогает. Это волны тут идут. Похоже, зря я полез. Ладно, попробуем. Ох,
Да, к этому берегу прям вообще волна поднимается. Там все-таки деревья прикрывали берег. Ох-хо-хо-хо-хо! Давай, байдарочка! Ох! Блин, еще против течения иду. Фу. Тихо разворачивай. Ох, метает туда-сюда, бля. Фух. Бать поднимает нос. Тут русло идет. Я стою вон на месте. Ну, покатался, блять, от души. О. Надо вон туда к берегу выгребсти. Надо. Еще рывок. О. А. О. Давай. Потихонечку. Давай. Руки, отпустить не могу. Фу. О, у самого берега полегче. А. Фу. А. А. Руки чугунные, сука. Нихуя себе. Посмотрите вот на это, вот, блядь. Вон там только что я катался, мне было весело, блядь. Как весело. Фу. А, еще раз посмотрю на это. Е-е-е-е-е. Вот это да. Никогда я на байдарке еще в такую волну не ебашил. А если бы я шел против ветра по этой волне, я хуй знаю. Меня и так пару раз накрыло. Фу. 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 Мне бы в ту проход попасть вообще, надо отдохнуть. О. 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 Берег. О. Фу. А. 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 О. Ебать тут течение, так поэтому такая волна, правильно, против ветра. Ветер с той стороны, течение сюда, получается волна такая. О. Фу, ладно, сейчас отдохну. Ну, еще чуть-чуть, и можно будет передохнуть. О. Ой, водоворотик.
Что-то я смотрю, здесь не такие большие волны, как там. Я, блядь, что попал в самую жопу, как всегда. Я, короче, ошибся. Я начал поздно заходить. Мне от самого поворота надо было заходить. Я бы сюда бы вышел нормально. Тут волна не такая сильная. Даже когда ветер, наверное. Да. Потому что он закрывает, а я там вышел как раз на весь. На всю жопу. Ну, все, давай. Тут уже туда пошла вода. Да, ну на будущее буду знать. Фу, о, течение, ништяк. Уху. Сейчас где-нибудь место посмотрим, остановимся перекусить. Жрать хочу. Уху. Ништяк. Здесь я еще ни разу не был. Погнали. Фу, ни хрена. Залило все-таки. Ну, меня через край заливало, потому что по щелям, видать, где-то и подтекало. Надо где-то остановиться, вытащить все это херь. Ну, заливало, потому что меня прямо накрывало волной. В спину причем ударяло. Может, где-то сзади там и пробежало. Хотя я вроде в юбке был. Ну, эта юбка хреновая, блядь. Сейчас где-нибудь встанем. Ой-ой-ой. Я, естественно, их снял, потому что переворачиваться в таких болотниках вообще неохота было. И так неохота. А в болотниках... О! Тут глубоко сразу. Ёпарасете. Ёпарасете. Ведь... Что-то у меня отвалилось. О, сапога. Ладно, пускай здесь лежит. Блять, вот это вот самая главная жопа. Сейчас буду сушить. Ну, на первый взгляд, вроде промокнуть не успела. Только дно. Сумочка сама промокла. Аппаратура вроде целая. Да, и да, знаю, что мне нужно водонепроницаемое. Когда попадаю такую в жопу, всегда об этом думаю. Так, ну здесь все перевернул, вылил, вытер. Он этими выбирал, вот так вот последнюю, что не мог, это самое. Рюкзак-то вроде сухой, нормальный, не оттуда забегало, там я вообще классно завязал. Тут вокруг, скорее всего, когда сзади накатывало, тут низко было, все-таки просочилось, потому что вот это, она со временем начинает промокать, тем более, если с той стороны к ней что-то прислонилось, ну, допустим, она не промокает, если натянута. Если с той стороны, допустим, штанами прислонил, или вот по спине, у меня вся жопа, короче, мокрая, и спина вся мокрая. Вот, скорее всего, сзади, когда волна накатывала, вот по спине вот это вот все проходило. В общем, задница вся мокрая. Думаю, юбку, да, менять. Вот этот материал специально купил. Вот этот. Возможно, буду перешивать. Если ничего не найду, более-менее и по цене, и по качеству. Вот это вот не очень нахер не нравится. Вообще, оно давно уже, знаю, что протекает. Так, сейчас пока все пускай обсыхает немножко, потихоньку. Задница, пускай обсыхает тоже, не очень приятно на мокрой сидеть. Блин, ну мне еще дофига, я вообще теперь не знаю, успею, не успею сегодня. Я вот здесь на каком-то полуострове, вот какие-то птички летают. Теперь вопрос, успею вообще или нет я до острова, до этого. Вот у меня день был лично свободный, видимо, теперь где-то я буду куковать, не знаю, где этот день. Ну, хотя посмотрим, как пойдет. Течение вроде хорошее, но там будет еще на протока. С этой протоки будет выходить одна протока, которая будет в сторону острова. Если там воды мало или там завалено деревьями, то сегодня я точно не доберусь. Потому что незнакомые места. Так, по карте все выглядит по одному, а потом все по-другому получается. Течение здесь сильное, только здесь как раз заходит река. Только не пойму,
А, ну вон она куда-то туда пошла, что ли. Да, кто вот так, вот так вот. Ладно, ну сейчас мы разберемся. Надо перекусить. Фу, ну адреналинчику я капнул, конечно, нормально. Как на серфе покатался, только на байдарке. Вот на волнах катаются, вот серьезно. Там был момент просто, где вот я встал, и я вижу, что я на одном месте. То есть я ни туда не двигаюсь, ни сюда. Я просто стою на одной волне, и вот на этой волне вот так вот фигачу, короче. Смотрю, ну, возле берега, уже по берегу вот смотрю, короче, берег не двигается. Все, и я вот так просто, короче, на этой волне стою, думаю, ну все, приплыл. Но потом бочком сместился к берегу. Нормально. Фух. Фига себе дерево. Ну тут масштаб не видно, ну скажем так, человека 4-5 надо было бы меня, человека 4 точно, чтобы его обхватить. Как чудовище. Вышло солнышко, сейчас посушусь немножко. Да надо будет чего уж дальше. Так, где мое место? А, вон. Гуляю, пока тут сушусь. Ну что, выползает вот такая вот фигня опять. Вот с этой стороны уже выползла. И вот она идет по кругу. И вот появилась, не знаю, на солнце будет видно, начинает появляться из-за деревьев. Отсюда вот тоже. В общем, передышка это была небольшая. Похоже, сейчас снова будет дождик, ветер. Но хотя бы, я надеюсь, что такой волны не будет. Уже после такой волны уже не так страшно этот дождик и ветер. Ладно, не знаю, успею сегодня, не успею до острова до этого теперь. Считайте, тут часик сушился, там час сидел в камышах в этих, блин, ждал, когда ветер пройдет, дождь, прятался. Потому что дальше мне идти смысла не было. Сидел, вот ждал. Ну, более-менее дождался. Ладно, что, хоть повезло еще в этом плане. Мы будем считать, что мне повезло. Поэтому дальше сейчас путь. Так что сыроватый, но уж не так неприятно, уж не мокрое. Ладно, главное на острова доплыть. А там видно будет. О, что, все. Скоро кирдык. О, зато какая красота. Сразу же холодный ветер подул. Таких я еще не видел. Короче, в 20 метров от меня такие проплыли. Типа, наверное, думают, я их не заметил. Оп. Чё это она делает? Блин, я не помню, кто это, если честно. Так, ладно, здесь уже свет плохой. Она типа раненая делает вид, а зачем? Гнездо, что ли, уже где-то? Они ко мне плывут? Ну, я не буду искать, где у них тут гнездо. Ну, скорее всего, потому что меня вот течением несет, прямо откуда они отплыли. И они возвращаются и ко мне плывут. Пытаются меня отвлечь. Так, ну вроде это проток. Сейчас сверюсь на всякий случай, потому что не хочется зайти не в ту протоку. Так, ну воды много, будем надеяться, что она приведет мне куда надо, и там не будет тупика.
Если там будет тупик, то на сегодня это будет все. Я до острова не дойду. Ну, вроде воды нормально. Опа! Кто это, дятел, что ли? Ну-ка посмотрим. Ты кто? Ты дятел? Да, дятел. Так, ну чё, протока вроде это. Никогда по ней не плавал, поэтому куда она меня выведет, я примерно предполагаю, и куда я хочу, чтобы она меня вывела, это одно. А куда на самом деле получится, может, там заторы, или там она вообще кончается где-нибудь, это другой вопрос. Я надеюсь на то, что там сейчас разлились сара, и эта протока выходит на сара, и там я напрямки проплыву до своего острова. Если нет, ну, заночую, значит, где-то... Не найду место, да заночу. Ну, надеюсь, все-таки до острова уже доплыть, чтобы поставить уже. И что мне завтра, чтобы добраться до острова, там нужно будет снова снимать лаги, опять его ставить. Короче, неохота. Поэтому буду стараться грести сегодня. Время 8 часов. Солнышко, в принципе, еще высоко, правда, за тучами. Не знаю, там его будет видно, не видно. Поэтому будем стараться сегодня доплыть. Сел на мель. Ну, для этого мне нужны болотники, чтобы вот такие места переходить без проблем. Сейчас мы возьмем это все дело. И вон туда нам нужно перетащить. О, все, осталось чуть-чуть. Последний раз, наверное. Там уже вроде воды нормально. Наконец. Так, вроде глубже пошло. Ну все, включусь уже, наверное, там. Недолго чего-чего, а дров здесь куча. Так, ну тут такая вот площадочка. И прекрасный вид с террасы. Так, ладно. Хорош снимать. Надо лагерь ставить. Время уже часов. Вот и орланчик. Раскричался. Еще один, что ли? А, так их тут парочка, господи. Вот они что раскричались. У них, наверное, где-то гнездо. Чувак, ну в том году ты был холостяк, уж извини. Ладно,
думаю, покатить успокоиться. Я не прямо возле их гнезда. Завтра посмотрю. Еще раз вид. А, нравится мне здесь вид. Так, ладно, что? Все надо затаскивать. Все, лагерь установленный. Сейчас покажу время, сейчас посмотрю. Время почти 10, без 15. Я вот только поставил лагерь. Так у меня получилось. Так, ну тент я тут еще не накинул. 5 минут. Ну там я себе и закрыл, сделал сидушку. Будет там костер. Сейчас вещи раскидаю еще. И все. Там уточки приземляются время от времени. Где они там? А вон, что-то свистят. Вон, они там за деревьями плавают. Да ладно, кому вы нужны. Ну все, устал, сейчас кушать что-нибудь. Какую-нибудь крупу сварю, у меня их несколько видов. Не знаю еще какую сварю, какую-нибудь. Чем-нибудь мясным. Все, буду отдыхать. Орланы там тоже кричат. Все-таки где-то у них там, скорее всего, гнездо. Но отсюда не видно, у них большое гнездо. А вон он сидит, кстати, наверное, сейчас попробую его снять. Да, орланчик сидит, на меня смотрит, что-то верещит, недовольный. Но я здесь уже снимал его же, либо нет. Может, даже его, они обычно возвращаются. Руки трясутся. Он, короче, сидит за мной, наблюдает. Окружен со всех сторон живностью. Там утки, там орланы. Дроздов пока, слава богу, не слыхать. Ну, скорее всего, если ночью начнет орать. Хотя, может, орлан кто-то разогнал. Да, успокойся ты. Ладно, начинаю что-нибудь кушать, готовить. Ну, все. Поел. Все убрал. Посуду тоже убрал, потому что знаю, что мышей здесь в дохренище. Он там... Тогда видел, прям семейство бегает, чтобы не бегали. Все в герму убрал, костер потушил. Вроде после дождя как бы не должно ничего загореться, но тут слишком хвои много. И все сухое, ну, не все сухое, а именно сухих вон палок всяких много. Поэтому на всякий случай затушил костер полностью, потому что мне что, сейчас лягу. Все. В принципе, пошел спать. Завтра будет день, будет видно. Да, время, кстати, 12 часов. Там еще немножко светло. Ну, на камеру чуть-чуть, наверное, светлее. Все-таки немножко осветляет. Чуть темнее. Ну, видно. Вот так, в принципе, все видно. Если вот так вот маленький фонарик включить, так, в принципе, вообще нормально. Чьи-то там все режимы. 5 минут еще поставлю и буду спать.